Полный переход к традиционному обучению будет возможен при вакцинации более 80% сотрудников сферы образования. Об этом было заявлено в ходе экономического форума ЮНЕК. После окончания пандемии коронавируса в Азербайджане планируют использовать при необходимости дистанционное обучение, нацеленное на хороший результат. По мнению министра образования Эмина Амрулаева, гибридные модели обязательно должны быть, но важно, как их правильно организовать. Образовательные программы должны быть современными и соответствовать стандартам. Согласно последней информации, с начала учебного года 62 школы перешли на дистанционное обучение. Около 10 сейчас продолжают деятельность в этом формате. Большинство уже вернулись к традиционной форме обучения. Если сохранится стабильность в показателях инфицирования, то в ближайшие недели не будет необходимости переходить на дистанционную форму обучения. Что касается иммунизации, более 90 тысяч сотрудников общеобразовательных учреждений прошли вакцинацию третьей дозой.